Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами Таль Шахар и добро пожаловать на мой персональный видеоблог в YouTube. Особая благодарность тем, кто является моими подписчиками. И если вы не подписались, рекомендую сделать это прямо сейчас. До сегодняшнего дня, честно говоря, я не представлял, откуда берутся деньги в банкоматах. Мне казалось, что их туда привозят инкассационные машины, заряжают в банках, как угодно. Но оказывается, все по-другому. Откуда деньги в банкоматах? Один положил, другой взял, положил, взял и так далее. Они перераспределяются между людьми. Они не работают. Они перераспределяются, говорит зазывала в бизнес под названием «Меркурий». Вот такое сообщение сегодня я увидел в своей ленте. Поймите это, и несут туда эти деньги люди. Вот оказывается, приходят люди и закидывают деньги в банкомат. Дальше. Для этого надо всем умереть. Вы думаете, что это когда-то закончится? Люди перестанут нести деньги в банкоматы, также и в Меркурии. Деньги распределяются грамотно между людьми. А люди никогда не закончатся. Вот прям вижу... Между строк лохи никогда не закончатся. Ну дальше. Потому что пока существуют потребности людей, все будет существовать и развиваться. Такие заработки ищут миллион людей. Это да, халява, лохотрон, тут все правильно. В нашем сообществе люди, которые перепрыгнули планку страха и бросили свое заячье стадо. Не будьте зайцами. Оказывается, зайцы собираются в стадо. Тоже интересно. Смотрите, какой познавательный текст. И число участников динамично растет. Пока ты думаешь, мы получаем. Взносы от 4000 рублей до 400 тысяч рублей. Ваш взнос работает ровно 1 год, 300 рабочих дней. Вам начисляют столько-то. Все взносы хранятся у таких же участников, как и вы. Маленький нюанс. Никуда, то есть, эти взносы не вкладываются, а просто тупо лежат. Таких же участников, как и вы. За привлечение новых участников 6%, выплаты ежедневно, ну и так далее, и так далее. Третий год стабильности этого заячьего стада. Купите себе плацкартный билет за 4000 рублей, конечно, рублей минимальный вход в Меркурий. И сделайте тест-драйв, я уверен, вскоре вам захочется летать первым классом. Ну и дальше идут ссылки, я не буду их к великой печали автора этого бестселлера публиковать, ну и потом, чтобы не нарушать сугубую конфиденциальность лохотронщиков и всяких ореховодов. Ну, вот где-то как-то так. Теперь вы уже все знаете. Более 65 стран в этом совсем не заячьем стаде. С вами был Таль Шахар. Если вы хотите узнать, откуда берутся деньги в банкоматах, обязательно подписывайтесь на мой канал. Потому что всегда на моем канале это расскажут мои герои. Всем пока!